Добрый день! В этом небольшом видео мы посмотрим, как отключить звук уведомлений в конкретном чате Viber. Звук можно отключать только в сообществах. В диалогах личной переписки отключать звук нельзя. Заходите в группу, делаете свайп справа налево, попадаете в дополнительное меню, опускаетесь вниз в этом меню. Здесь есть такая функция «Без звука». Здесь вы можете включать и выключать звук. При выключенном звуке у вас возле названия группы появляется знак «Без звука» в виде перечеркнутого динамика. Отключить звук в конкретном сообществе нужно для того, чтобы частые уведомления из этого чата не отвлекали вас, но при этом уведомления из личной переписки вы не пропустите.